они уйдут в жизнь с дипломами Латвийского государственного университета, одного из 856 высших учебных заведений страны. Им гарантировано Конституцией право на труд. К этому моменту каждый уже имеет направление на работу. И любой может отказаться от этого направления, если оно почему-то не устраивает его. Имеет возможность выбрать новое место работы по специальности, попросить другой вариант. Естественно, там, на новом месте, молодой человек получит квартиру, а дорогу туда платит государство.